Здорово, народ, добро пожаловать на канал Миклуха Макфлай. Я в Калуге, здесь вот такие красивые старенькие домишки есть. Приехал на блошиный рынок. Он небольшой, называется Пьяный рынок. Вот, расположен на улице Георгиевской, если вдруг поедете в Калугу. Сегодня не очень хорошая погода для блошиных рынков. С утра дождь, снег. Будем надеяться, что там кто-то что-то продает. В общем, давайте я все сниму и вам покажу. Погнали! Кстати, друзья, если никогда не были в Калуге, обязательно заедьте. Город симпатичный, интересный. Так, вот там, смотрите, ярмарка Георгиевская. Это какой-то продуктовый рынок. Вот тут кур продают. А вот там уже начинается бложка. Вот, давайте кур посмотрим, раз уж приехали. Чего бы нет, узнаем, сколько кура стоит. Миклуха Макфлай пришел кур смотреть. О, петухи. Так, надо спросить, а то вы же меня не простите, если я не спрошу. А сколько курица стоит? 450. 450. Ага. 500 есть курица. Смотря какая курица. 450-500 рублей стоит курица в Калуге. Вот. Петухи подороже. Так, где-то вот возле того красивого дома должен начинаться блошиный рынок. Здесь несколько продавцов всего. Ну, как-то можем, наверное, оценить, что да как. Ну, к примеру, копанные железки. А это что такое? Клеймо. ОКГ. А сколько такое стоит? 3000. А сколько якорь стоит? 10000. А он откуда вообще этот? Со дна поднятый. А? Изаки поднят. Интересно. А гирьки вот такие весовые? 500 пар. Ну, недорого, кстати. Подкол прям хороший. Тут всякие интересные монетки. Кобура вот это. Друзья, кто значки собирает? Вот такие были. Мне вот Мишка очень нравится. Прям классненький. И ГТО старенький совсем. Кто не знает, друзья, значки ценятся те, которые на тяжелом металле. То есть вот алюминиевые значки, это не очень ценно. А когда вот железненькие, такие. Или вот, например, инструктор ДСААФ. Вот они чуть более ценные. О, посудка. Есть хорошая, нет? Мне кажется, какое-то барахло. Даже симпатичных нету. Ну, тут кастрюли совсем странные. О, волк какой. Кого так? А сколько такой стоит? 200 рублей. Вот это, кстати, симпатичная штука. Смотрите, друзья. Это гильзы. Это тула. Кожаные куртки. Так, ну здесь прям хлам. Это прям бложка. Какие-то рыбацкие штуки. С другой стороны, друзья, вот в таких вот завалах всего на свете и, наверное, можно найти сокровища. Хотя, свинка Пеппа. Хотя, наверное, не в этот раз. Ой, какая миленькая. А сколько птичка стоит? 600. Ну, для птички это, кстати, недорого. А это сколько стоит? Какая-то она тяжелая, легкая слишком. О, Мишка, у меня такой же. А сколько Мишка стоит? 1400. А вот эта барышня? 700. Птичка классная. Прикольно. Вон тут еще монетки. Как всегда, в подобных местах обязательно должен быть инструмент, надфили. Птичку поставить в ельце. Ты думаешь, купи птичку? Купи птичку. А сколько фляжка стоит?
сказали за 500. За 500. Ну, правильно вам сказали. Так она и должна правильно стоить. Да? Конечно. Дешевле не надо. А планшет? А планшет за 400. 400. Тоже. Все правильно. Так, посудка. Не, ну здесь прям вот какой-то хлам из 90-х. Здесь неинтересно. Надо идти туда, где побольше народа. Может, что-то... А, тут радиодетали. Радиодетали вообще не моя стихия, друзья. Я у них вообще ничего не понимаю. Ну, что там? Нет карты. Нет карты? Жаль. Без птички мы сегодня остались. Игрушечки советские. Интересненькие. Так, здесь что можно интересно посмотреть? Советские ножницы. Вот так, ну, какие-то странные игрушки. Пожалуй, здесь нет. Что за фотоаппарат у нас? Зенит. Зенит. Вот в таком состоянии. Стоит 500 рублей. Так, здесь прям много часов. Давайте посмотрим. О, вот эти миленькие ракеты. У меня такие есть. А сколько часики стоят маленькие? Только 500. Всего на него. По 500. По 500. А сколько будильники вот эти стоят маленькие? Будильники маленькие сколько стоят? 800. 800. А это как-то странно он выглядит. Как-то он странно, я такой даже не видел никогда. Это кого-то радио, да, маленькое? Нет, здесь механические часы, а... Ну, нет, выглядит как радио. Сигнал электронный. Классный. Луч. Ну, да. А командирский почем? 700. 700. Ой, электроника даже ходит. Ничего себе. Электроника ходит. Это китайский или настоящий? Какой это... Ну, из 80-х, да? Да, это не подъем. А сколько они... О, знак качества. А сколько они стоят? А? Сколько стоит? Эти 800. Тоже 800. Ну, неплохо. Это раритет. Ага. Еще ходит прям прикольно. Интересно. Еще один маленький прилавочек. Тут запонки. Вот такие. Несколько. О! Вот это интересно, кстати. А сколько это стоит? Сколько такой стоит? 250. 250. Нет, у тебя 250 рублей? А? А на карту нельзя скинуть вам? Не, а я у меня телефон оставляю. Эх, жаль. На 200 бери. Да, налички нету. Только карта. 61-й год. Космос. Полет Гагарина. 200 рублей. Надо брать. Кстати, друзья, место тут достаточно симпатичное. Видите, вот там церковь видна. Вот с той стороны вон тоже крест виднеется. Домики такие приятные. Ну и вот там вот мужички торгуют. Когда выходные, здесь их гораздо больше. И они прям вот по всей улице. Ну, сегодня немного, зато есть хорошие вещи. Я себе кое-что присмотрел. Так, друзья, у меня ножичек 61-й год из космической столицы, с Калуги. Космический, идеальный сувенир. Птичка, надо брать. Кто, чья? За 500 отдадите? Ну, да, самая низкая цена. Нет. Конечно, тысяча минимум. Классно, смотрите. А я? 600 рублей, неплохо. Спасибо. Птичка. А я? А ты, пойдем тебе еще смотреть. Вот такой вот блошиный рынок в Калуге. Он небольшой, ну и опять же, надо сказать, нам не повезло с погодой. Потому что дождь, снег, отвратительно, надо приезжать летом. Так что, ну пока так, летом приедем. Посниму еще что-нибудь. Это был Миклуха Макфлай. Подписывайтесь, пишите в комментариях. Ну, а, еще я вам самое главное. Я же показал, сколько куры в Калуге стоят.